26 августа в Торжке в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль «Хлебный Спас». Гости фестиваля смогут продегустировать свежий хлеб и другую продукцию, принять участие в событийных мероприятиях. На площадке «Хлебного Спаса» развернется гастрономический шатер и очаг с открытым уличным огнем для приготовления блюд. Будет вариться сливовое варенье, которое посетители смогут попробовать бесплатно. Также можно будет продегустировать пряники, пироги и печенье, каши из битень, сыр, мед, чай и, конечно же, хлеб. И приобрести понравившуюся продукцию на ярмарке ремесленников и пекарей Тверской области. Гостем фестиваля станет Максим Едлин, вице-президент Московской гильдии пекарей, автор и ведущий мастер-классов по выпечке хлеба на закваске. Также заявлена музыкальная программа. Фестивальная площадка будет развернута по адресу улица Медниковых, 4, с 12 до 20:00.